Всем привет! И сегодня снова с вами я, Халан, с очередным рецептом. Сегодня у нас 1 апреля, и первоапрельская шутка — у нас сегодня снег. Но это не шутка, это правда. Ну что ты показываешь, сейчас он закончился. Но у нас была метель. Несмотря на то, что позавчера было 23 градуса, и мы в футболках сидели, мы делали шашлык и сидели уже на улице, на веранде, обедали. Сегодня у нас плюс 5, было целый день около 2, ночью был минус. Ну, в общем, вот такая первая апрельская шутка погоды над нами. Ну, тем не менее, мы готовим на гриле сегодня рыбку. У меня очень много рецептов на гриле, и особенно рыбки, потому что рыбку мы очень любим всем. Сегодня один новый интересный рецепт. Поехали! Что же нам понадобится? Это сама рыбка. Прекрасная, красивая рыбка, купленная в Коско. Помидорчики. Здесь корень имбиря и чесночка порезанный. Немножечко лимончика, лук. А это уже сверху для красоты. Первое, что мы делаем, нарезаем рыбку. Нам надо поделить этот кусочек рыбы на 5 частей. Ну, примерно вот так, я думаю. Вот такие красивенькие, почти одинаковые 5 кусочков. Закидываем сюда наши помидорчики, лучок, чесночок и лимончик. И все тщательно перемешиваем. Добавим сюда соль и перец. Вот такая столовенькая ложечка соли и перец. Так, надо купить более крупного помола перец, а то этот, ну, очень мелкий. И одна ложка майонеза для того, чтобы рыбка лучше промариновалась. Теперь берем вот такой кусочек, у меня фольга уже нарезная в виде листиков. Смазываем маслечком подсолнечным, оливковым, каким хотите. Кладем вот так кусочек. И сверху выкладываем нашу смесь. Визуально ее разделите на равные части. И буквально чуть-чуть сверху вот укропа. Запаковываем. И можно нести на гриль. 5 кусочков. И сейчас выкладываем их на гриль. Они приготовятся очень быстро. Закрываем. И, конечно же, лучшее сопровождение для рыбки — это красное вино. Красная рыбка, красное вино. Итак, наша рыбка абсолютно готова. Я в этом уверена, потому что ей долго не надо. Но она должна внутри быть сочной, мягкой и слегка подрумяненной. Сейчас посмотрим. Итак, вот, смотрите, какая красивая, абсолютно румяненькая уже. С той стороны вот поджаренная, видите, такая. Сейчас я ее выложу, и каждому будет порционно. Вот такая красота. Советую вам просто сделать миску салата какого-нибудь зеленого и с этой рыбкой. И это просто манифик. Поверьте, это очень вкусно. Я, как всегда, желаю вам приятного аппетита, счастья, здоровья и позитива. Пока!